Всем привет, с вами Нубастер. Сегодня будет мега-супер-уникальный ролик, потому что сегодня сразятся такие страшные монстры, как Хаги, страшная игрушка, синяя игрушка, которая вышла из магазина и хочет драться. Драться она хочет, чтобы Cartoon Cat, короче, проиграл. Cartoon Cat будет сражаться против игрушки Хаги, страшной игрушки Хаги, самый страшный монстр. На втором месте находится сиреноголовый по страшноте, ребята. И значит, сегодня сражать Хаги против Cartoon Cat. Кто же победил? Циферка 1, Cartoon Cat, циферка 2, Хаги. Ну что, голосуй в комментариях прямо сейчас перед началом видео. Поставь лайкосик на видосик, подпишись на канал, если ты этого не сделал. А мы начинаем. Всем привет, с вами Нубастер. И сегодня состоится мега-супер-битва среди Cartoon Cat и Хаги-Баги, непобедимого монстра-игрушки. Вот они, наши призы, которые получат наши бойцы-победители. 3 мега-супер-машины, мега-супер-быстрые, мега-супер-крутые, плюс кучу денег. Я не знаю, что они будут делать с этой кучей денег, но можно купить себе кучу сладостей, кучу всего. Вы посмотрите, Cartoon Cat очень активно себя ведет. Это его девочка, это его поддержка. Она болеет за него и танцует. Посмотрите, как он себя ведет. Давайте подойдем к нему поближе. Вот это мега-супер-танцы, я не знаю. Он просто его порубит. Мне кажется, с такими активностью, посмотрите, как у него, как он двигается. Просто нереально быстро. Вы только посмотрите, как он двигается. Девочка, не подходи туда. Это очень опасно. Красная кнопка означает, чтобы закрыть эту клетку. Там вон зеленые кнопочки. Эти зеленые кнопочки откроют клетки, и тогда начнется супер битва. Давайте посмотрим, что может Cartoon Cat. Сила у него 80, скорость 200, здоровье 50. Здесь написаны его сила и скорость. Ребята, это очень быстро, это очень сильный. Давайте посмотрим, что может Хаги. Он находится на другом конце поля. Посмотрим, и там тоже есть у него свои фанаты. Посмотрите, два чувака, которые мега-супер танцуют, они болеют за Хаги. Посмотрите, в мега-клетку забрался чувак. Он что, не боится, что Хаги сейчас просто, посмотрите, он в воздухе висит. Он сейчас спустится и его уничтожит. Нет, чувак, не ходи туда. В общем, битва скоро начнется. Давайте посмотрим, что здесь будет. Смотрите, ребята, сила 120, скорость 30, здоровье 80. Это тоже очень мощный соперник. Вот чувак танцует. Это танец победителя. Скоро все начнется. Здесь два чувака, которые любят танцы, и они поддерживают Хаги-Баги. А ты, зритель, за кого болеешь? За Хаги-Баги или за Cartoon Cat? Всем известного страшного монстра SCP. Я даже не знаю, ребята, за кого бы болел я, но я думаю, что может победить даже дружба и может победить Cartoon Cat, потому что он намного сильнее, намного выше, намного страшнее, намного страшных историй про него я слышал. И кто же победит, кто же получит всю вот эту свору подарков? Посмотрите, это просто мега-супер тачка, которая будет, посмотрите, давайте на нее запрыгнем. Вау! Надеюсь, эти два монстра не против, что я немного прокачусь на этой машине. Вау! Просто мега-супер! Я бы взял эту машину. Она мне очень понравилась. Давайте посмотрим скорее следующую тачку. Супер-мега-супер-быструю машину, которая называется Бугатти. Бугатти, в общем, у меня от Бугатти ключей нет. Я не могу в нее сесть. Не могу в нее сесть, не могу поехать. Но я могу воспользоваться этой мега-супер-машиной. Посмотрите, как она прокачана. Мега-супер-тачка. Вот это да. Белая, как жвачка, мега-супер-тачка, ребята. Просто бомба. Просто посмотрите, как она мощно двигается. Я даже не могу ей управлять. Вау! Посмотрите, как выглядит и от руля, от первого лица. Вау! Я даже не знаю. Наверное, я бы думаю, что Cartoon Cat возьмет вот эту машину и возьмет кучу денег. А эти просто он туда не влезет и оставит. Посмотрите, насколько умная машина. Она перемещается и снова попадает в центр. Такое чувство, что ее создал Илон Маск, который она просто по пультику идет туда, на свое местечко. Ну что, пора начать бой со своей судьбой. Ребята, посмотрите, как просто. Он вот такое чувство, что умеет летать. Он сделал вид. Он уже сделал недоброе лицо, а сделал страшное лицо. Мега-супер-зубы говорят о том, что он готов. Он готов сразиться с этим Cartoon Cat. Девочка просто в шоке. Девочка, не ходи туда! Девочка, походу, побежала в туалет, поэтому мы не будем ее отвлекать. Этот уже не может, этот уже пустился в пляс, он уже просто... Посмотрите, что с ним происходит! Cartoon Cat не может, все,
Он говорит, надо выпустите меня, выпустите. Все, ребята, я не могу им препятствовать. Вон зеленые кнопочки, я бегу зеленым кнопочкам, чтобы, короче, врубить открытие дверей. И начать бой, ребята, буквально через 10 секунд все начнется. Напиши в комментариях, какую циферку ты выбираешь. Циферка 1, Cartoon Cat, циферка 2, Хаги-Ваги, страшная игрушка. Давайте, ребята, все. Ну, Бастер открывает эту игру. Раз. Быстрее напиши в комментариях, успей поставить лайк, пока я не закончил. Два. Ребята, давайте быстрее. И три. Битва начинается, клетки распущены. Ребята, монстры выпущены. Cartoon Cat, вон он, и Хаги. Хаги не выходит, он находится в клетке. Cartoon Cat, посмотрите, он не знает, куда ему идти. Он просто заблудился в трех соснах. Что же ему делать, ребята? Может, салют его отвлекает, и он боится этого всего шума. Хаги также находится в клетке. Ну давай же, Cartoon Cat, на тебя поставлены все деньги. Он хочет за мной бежать, но давайте его, короче, немножечко под... Он своих фанатов уничтожил. Девочка, ребята, ничего себе. Я здесь, Cartoon Cat, давай. Надо его отвлечь, ребята, отвлекаем. Все, он меня тоже согрел. Что же теперь будет? Ой-ой-ой, ребята, за мной бежит Cartoon Cat. Я воспользуюсь его тачкой, чтобы быстрее от него убежать. Ребята, он просто сюда бежит. Что делать? Посмотрите, он сел в машину. Cartoon Cat сел в машину. Он уже хочет себе приз. Что такое? Не понял. Cartoon Cat не хочет драться, ребята, он сел в тачку. И все. Все, Хаги там нам стоит. Cartoon Cat, вылазь из машины. Ты что там делаешь? Ребят, посмотрите. Он просто находится в тачке. Он ее даже немножко поломал. Хвост свой вверх, короче, поднял. Ребята, кто будет драться? Кто будет выигрывать все бабки? Кто будет выигрывать все тачки? Нет, так не пойдет. Нужно обновить. Короче, ребят, я убрал этот большой джип. Он туда подальше его поставил, чтобы Cartoon Cat в него не сел. Ну-ка, отойди, я сюда сяду. Моя машина, все. Вылезь, короче, там чувак туда залез, ребята. Cartoon Cat близко. Вау, он просто тачку в небо полетел. И он побежал к Хаги. Все, бой начался. Ребята, посмотрите, Хаги и Cartoon Cat, они дерутся. Только что хотел сказать, сиреноголовый. Интересно, кто сильнее, Cartoon Cat или сиреноголовый? Посмотрите, Хаги ничего не делает. И Cartoon Cat его гасит. Там чувак попал просто в мега событие. Его теперь тоже убивают, ребята. Что делать, посмотрите, Хаги и Cartoon Cat. Кто же сильнее? Я, наверное, посмотрю вот здесь. Просто сбоку. Ничего себе, он его пинает, он его губит. Ты что же теперь будет? Что же теперь будет, Хаги? Кто победил? Я, ребят, не знаю. Пишите в комментариях, ставьте лайкосики. Давайте это обсуждать. Давайте об этом говорить, кто же победил. Потому что мы так не можем сразу выбрать. Мы не можем сказать, кто из них победил. Ребят, надо подойти поближе, посмотреть. Кто же? Все-таки, кто же здесь победил? Я не знаю, ребят, посмотрите, как он двигается. Но я думаю, что Cartoon Cat сильнее. Потому что этот Хаги ничего вообще не делает. Он просто стоит и смотрит. Он улыбается. Такое чувство, что Cartoon Cat ему делает массаж спины. Говорит, оба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Короче, я не знаю, ребят, что происходит? Кто победил? Я не знаю, кто выиграл эту гору денег. Где она? Вот, может мне ее забрать? Короче, я не знаю. Наверное, заберу все тачки. Чувак, как думаешь? Ладно, чувак, ушел. Ребята, я не знаю. Посмотрите, что там происходит. Чувак садится в тачку, он ее угоняет. Здесь происходит обгон, охрана, полиция. Срочно остановите чувака, он сел в машину. А ну, слазь, грабитель. Ребята, этот чувак сел в машину, хочет угнать у победителей. У Cartoon Cat, я считаю, что Cartoon Cat, ребят, победил. Что бы вы ни писали сейчас в комментариях, я считаю, что Cartoon Cat победил. Потому что он просто уникальный бойц. Вы посмотрите, что он делает. Я в шоке, посмотрите, я бы не хотел с ним даже драться, ничего, вообще не хотел иметь общего с Cartoon Cat'ом. Сфотаюсь, селфи сделаю рядом с ним. А, не получилось, ребята, хотел сфотаться рядом с ним, но погубил себе жизнь. Что же мне делать, ребята, напишите в комментариях, что кто победил. Ну, как считаешь, я не знаю. Короче, я тоже не знаю, где тачки. Так, одну тачку угоняют. Вторая тачка там стоит. Бабки на месте, деньги никто не трогает. Эта тачка там уничтожена. Просто и там в ней чувак сидит. Умер он, походу. Все, потому что после такого падения люди не выживают. Ребята, я пошел, короче, забираю эту тачку и поехал. И поехал за деньгами. Все досталось мне, потому что Cartoon Cat отказался от денег, отказался от приза. Вы как думаете? Напишите в комментариях срочно, прямо сейчас. Циферка 1 Cartoon Cat, циферка 2 Хаги. Выбери, кто победил. С вами был Нубастер. Ставь лайкосик на видосик прямо сейчас.